В сегодняшний день ситуация с коронавирусом в республике выглядит обнадеживающе по сравнению с началом вспышки вируса. За прошедшие сутки лабораториями республики было проведено 1824 исследования. Всего на текущий момент в Крыму зарегистрировано 405 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В обсерваторы за сутки было помещено 127 человек. Лица, пересекшие государственную границу, это 95 человек. Железнодорожным транспортом прибыло 10 человек, и в аэропорту 22 человека были помещены в условиях обсерватора. За сутки в Крыму 26 человек выписаны после COVID-19. На полуострове продолжает действовать режим повышенной готовности. Из 110 человек, остающихся на лечении, 5% находятся в тяжелом состоянии, 4% в реанимации Симферопольской городской клинической больницы номер 7 и 1% в Евпаторийской городской больнице. Всего под медицинским наблюдением находится 2753 человека. За последние сутки под наблюдение взято 252 человека, снято 206. Из них под динамическим наблюдением на дому 1491 человек. В стационарах 223 человека, поступило 15, выписано 38. С внебольничной пневмонией на лечение в стационарах находятся 170 пациентов, трое из них в тяжелом состоянии. Из обсерваторов домой вернулись 111 человек. Чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки, медработники просят обязательно соблюдать масочный режим при посещении общественных мест. Мухаммед Зикирев, Виталий Голубев, телеканал «Милет».